Медицинская помощь домашним животным требуется и в рабочие, и в выходные дни. Одних питомцев приносят на плановый осмотр, другим необходима срочная операция. В этом отделе лохматым пациентам оказывают всю необходимую помощь. После внедрения новых технологий стало возможно проведение операций любой сложности. В распоряжении специалистов две укомплектованные операционные, новый аппарат УЗИ, а также своя лаборатория с высокоточными анализаторами крови. Анастасия Антипина работает в ветеринарном управлении 3 года. Лечить меньших братьев человека мечтала с детства. Однако, признается, часто приходится уделять время не только животным, но и их хозяевам. Мы работаем психологически с людьми, то есть пытаем им объяснить, донести, почему так случилось, из-за чего, какие-то ошибки, может быть, именно владельцев животных были допущены. Но ничего, всех поднимаем на ноги, всех вылечиваем. Среди животных есть уже и постоянные пациенты, которые наблюдаются только здесь. Проходят регулярный осмотр, получают все плановые прививки. Хозяева питомцев признаются, эта клиника проверена временем. Здесь-то работают хорошие врачи, квалифицированные, а если где-то в какой-то, например, частной клинике, там немножко уже опасаешься, не доверяешь немного. И там дороже. А здесь и помогут в любой момент, и я довольна. Однако ветеринарная служба – это не только лечение животных. Работа этих людей часто остается незаметной, но они стоят в том числе и на страже нашего здоровья. В Анапском районе расположено несколько крупных фермерских хозяйств и десятки частных подворий. Проверка всей сельскохозяйственной продукции, кормов и животных лежит на плечах ветеринаров. Регулярно у крупнорогатого скота и птиц берут кровь на проверку, ставят прививки от гриппа, туберкулеза, ящера и других опасных заболеваний. И от того, насколько качественно и своевременно будет проведена профилактическая работа, зависит санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте в целом. И вот уже почти полвека анапские ветеринары справляются с этой задачей на отлично. В Анапе я работаю больше 40 лет. И 68 года, это вот почти 50 лет, в Анапе отсутствуют заболевания, такие как сибирская язва, бешенство, туберкулез, бруцеллез. То есть все те заболевания, которым болеет человек. Вот только вот так мы работаем. Ветеринарному контролю подлежит и сельскохозяйственная продукция на всех рынках и ярмарках. Регулярно проводятся проверки на соответствие стандартам качества и наличия разрешительной документации. Кроме того, сейчас на особом контроле и поток хамсы на городских рынках. А это значит, что у анапских ветеринаров легких сезонов не бывает. Работа есть всегда, но главное – есть желание и все возможности, чтобы ее своевременно и качественно выполнять. Это, конечно, очень ответственная работа, большая работа. Ее, конечно, надо любить. Вот хочу пожелать всем нашим сотрудникам в преддверии нашего профессионального праздника здоровья, удачи, благополучия. Ну, все самое наилучшее. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.